Всем привет, меня зовут Дима, я актер театра и кино, а также являюсь участником жюри на этом фестивале. Я хочу сегодня рассказать про одну участницу, Денисенко Ангелина. Лично для меня ты сегодня фаворит, я тебе поставил самую большую оценку из всех участников. Я считаю, ты молодец, ты еще очень-очень молодая. Я думаю, у тебя большое будущее впереди. Я очень на это надеюсь. Если получится когда-нибудь пересечься, будет даже очень интересно. Выступление мне очень понравилось. Для меня это вообще неимоверные вещи. Я не знаю, как это вообще такое можно делать. Большое тебе спасибо. Было очень приятно это смотреть. Я тебе желаю всего самого-самого наилучшего, большого будущего, интересного будущего. И, конечно же, верь в себя, никогда не сдавайся. Все. Большое спасибо.